Ко дню республики оказаны должные почести медицинским работникам. Отличникам сферы за вклад в улучшение здоровья нации вручены ведомственные награды и медаль ветерана труда. В регионе немало людей, которые вносят неоценимый вклад в сохранение и укрепление здоровья нации. Их высокая квалификация позволяет спасать тысячи жизней. Об этом свидетельствует увеличение продолжительности жизни кызылординцев. В регионе в рамках нацпроекта строятся 27 объектов. В Щирийском районе началось строительство инфекционного отделения на 30 коек. В Жанакурганском районе сельской больницы на 15 коек и врачебной амбулатории в ауле Томинарах, а также больницы в поселке Сиксюль Аральского района. Не остается без внимания и вопрос повышения квалификации врачей. В этом году 10 реаниматологов и 5 кардиологов прошли обучение в турецкой клинике «Мемориал». Ветераны сферы здравоохранения Рая Кузденова, Утиген Кожанов и ряд других граждан отмечены медалью «Еңбек ардагері» – ветеран труда. На торжественном вечере люди в белых халатах были награждены нагрудным знаком отличника сферы здравоохранения. В их числе медсестры, фельдшеры, врачи и руководящий состав. Свою трудовую деятельность начинала в сельской поликлинике. Сегодня являюсь заместителем руководителя управления. Курирую вопросы охраны здоровья матери и ребенка. Впредь готова упорно трудиться во благо народа. Безмерно рада получить награду. Работаю в этой сфере уже 26 лет. Из них 23 года я посвятила сфере исследования инфекционных заболеваний. Появление инфекционных заболеваний, лечение конго-крымской геморрагической лихорадки, ее диагностика, а также лечение других инфекционных заболеваний. Ряду медработников были вручены почетная грамота и благодарственное письмо Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Вечер завершился праздничным концертом. Дильназ Нармаханова, Назира Алмаз, Бауыржан Кожамратов, Шапағат Жаппасбай, телеканал Кызылорда.